Еще одна ошибка является тех, которые постятся, а в частности те, которые разговляются, это упущение золотой возможности принятия дуа. Ведь известно, что дуа постящегося человека принимается в то время, когда он открывает пост. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, дуа трех людей не будут отвергнуты. Дуа отца за детей не будет отвергнута. Дуа постящегося человека, когда он открывает пост, не будет отвергнута. И дуа путника, мусафира, который отправился в дозволенный сафар, его дуа тоже не будет отвергнута. Хадис передал имам Бухари. И вместо того, чтобы сидеть и ждать, пока принесут еду, можно же возносить дуа в это драгоценное время. Ведь дуа — это оружие мусульманина. Именно дуа есть сущность, где проявляется его единобожие, его таухид.